Пируют люди на праздник, но мой самогон слишком мутный. Бежит банда на мастера, но он слишком крутой. Приветствую вас, смертельные косточки карася! С вами Федорович. Я долго думал, стоит ли вам показывать мастеров из этого видео, но решил, что все-таки стоит. Ведь после просмотра этого видео вы наконец-то займетесь нормальными тренировками и перестанете ходить на всякую фигню. Но прежде всего, я вам покажу прием, которому многие из вас готовились десятилетиями, но не знали, что именно готовятся к этому приему. Ведь после того, как вы его освоите, вы наконец-то сможете покорить все боевые искусства. Я понимаю ваш восторг. Теперь вы познали удар разящего пуза. Наконец-то можно применить свое идеальное оружие в реальном бою. Главное, немного поработать на мешке, чтобы этот удар был как слово от тещи. Такой же тупой, не в тему и после которого хочется убить. Но вся прелесть этого удара в том, что он разрешен во всех боевых искусствах мира. Поэтому теперь перед вами открыты все двери для мирового господства и завоевания всех поясов. А также теперь вы знаете настоящий прием, который спасет вас от любого мастера. А пока вы в шоке от мастера, я хочу порекомендовать вам Махач. Это свежая лига боев на голых кулаках, которая уже завоевала сотни тысяч зрителей. Несмотря на то, что пацанам далеко до Чхарька, они выдают бешеные бои. Ведь в ней дерутся бойцы международного класса, чемпионы ММА и других бойцовских лиг. Да и новичкам дают шанс, который они используют с лихвой. А судят это все звезды бокса и UFC. В общем, профи своего дела. Поэтому обязательно подписывайтесь на канал по ссылке в описании. Знаю, знаю, знаю. Теперь вы считаете себя богом. Ведь познав этот прием, вы стали бессмертны и непобедимы. Но все-таки, если у противника будет палка, катана, пистолет или нож, этот прием может вам и не помочь. Поэтому смотрите, изучайте и познавайте приемы этого великого сенсея. Если сомневаешься в приеме, не используй. А если используешь, не сомневайся. Прямо как этот великий сенсей. Он в очередной раз доказал, что если ты что-то делаешь с умным видом, то это может быть любая хрень. Главное, чтобы ученики тоже понимали, что это хрень, и падали, когда в них летит палка, брошенная ногой. Конечно, человеку не жалко сжигать за собой мосты, которые он не строил. А мастеру не жалко уничтожать учеников, которых он не рожал. Поэтому, если вы вдруг подумали, что эти приемы слишком замысловаты и делаются полчаса, поэтому против нескольких противников не сработают, зря. На то он и мастер, чтобы оставаться кровожадным гусем, когда на него нападает стая диких баранов. Настоящий мужик должен иметь живот, который можно почесать только вытянутой рукой. А настоящий мастер должен уметь уничтожать толпы гопников, которые на него нападают. Поэтому предупреждаю сразу, такой кровавой, жестокой и беспощадной расправы вы еще не видели. Я понимаю ваш восторг. Вы давно мечтали раскидать банду алка-ниндзей возле своей любимой чебуречной, и теперь у вас есть тот, кто может этому научить. Но предупреждаю сразу, мастер берет в ученики только таких же круглых самураев пивной кружки, как он сам. Поэтому готовьтесь к вступительному экзамену, в котором нужно победить ящик пельменей и бочку пива. Когда есть деньги и вино, друзья найдутся. А когда есть мастер и крутой прием, ученики подтянутся.
Несмотря на то, что вы и так уже увидели столько приемов, которые наверняка вас сделают лучшим и непобедимым драконом всех наливаек в городе, этот прием вам тоже наверняка пригодится. Very first one is a leopard breaks a branch and it gets a front hair grab. Mr. Simmons, you'll notice that these moves are very similar to things that you've done before. Again, that's our main purpose here. So he grabs. He may be stiff arming me. He may be pulling me into a punch. We've got to worry about this one. If he's stiff armed, I'm going to trap. Step back and strike the arm as much and as hard as I can. Get him down. Chop here. Maybe then switch out with a palm grab. Follow up with a kick and clear. If he's pulling in, we're going to step in. Strike, strike. Take that arm out. Several blows, whatever is there, and get away. Okay, from the other side. Just do it from the stiff arm. Step back. Bring your body weight down. Chop, palm strike, kick, get away. As appropriate. If the kick's not there, don't worry about it. Don't try and do it. Continue with the hand strike. And against the major targets, the primary targets. Okay, once with some speed and effort. Конечно, как любой нормальный мужик, вы носите длинные волосы, за которые вас постоянно хватают другие мужики в кабачных драках. Поэтому, освоив этот прием, вы наконец-то перестанете вытирать с собой пол, когда вас тягают за патлы, а дадите достойный и жестокий ответ всем обидчикам. Я претендую на знание некое. Раз, два, и это биомеханика эффективных движений. Ее знать надо. Надо так зарядить, чтобы оно как хлыстом стукло в конце. То есть я сделал. Вот у меня теория. Понимаете? Вот именно вот в этом месте. Понятно, да? То есть как бы... Вот вы волну пустили, да? И она в центре у вас замкнулась. И у вас из центра полетела вторая волна. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео с друзьями. Нужно спасти как можно больше мастеров разящего пуза. А то эти спортики в край обнаглели. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Ика! Защита! Нога рудетная, раз-два. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Могу ребро вот так вот просто взять вот так вот и ребро вот достать у человека. И этим ребром ему хоп и глаз выколоть, да? Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи.